Писатель Захар Прилепин, известный своей патриотичной, но при этом достаточно радикальной пророссийской позицией, очень неоднозначно высказался в сторону певца Ярослава Дронова, которого знают под творческим псевдонимом «Шаман». Прилепин отметил, что ему не импонирует творчество этого исполнителя. Сразу отметим, что Дронов – очень популярный певец, один из главных артистов последних 2 лет в России. Однако, как отметил Прилепин, хотя большинству россиян его творчество нравится, у него лично совершенно другие вкусы. Писатель объяснил, что ему в целом не очень нравится эстрадная музыка. Что же касается эстрады, то она якобы не очень хорошая в любой стране, а не только в России. Таким образом, Прилепину в целом импонирует совершенно другой жанр музыки, а лично против «Шамана» он ничего не имеет. «Эстрада в каждой стране, она ужасна», — сказал он в новом интервью.